Пеги 18. И пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом. И вскипели моря, и люди в тени обратились. Так не убоимся же еретиков, что к нам пожаловали. Хоть и стоит у наших ворот их конь железный, маслом машинам смердящий, оком электрическим сияющий. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Мы не убоимся! Встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час! Аминь! Пойдем, Артем. От крови получат. Переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. За жизнями нашими пришли, то не убоимся! Добрались, значит, еретики проклятые! Артём, прыгай!